Здравствуйте! Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Продолжаем вязание туники. Сегодня мы с вами начнем и свяжем примерно половину узора переда у горловины и начнем оформлять пройму рукавов. Итак, приступаем. Провязали 24 ряда. Я в том видео вам ляпнула, сказала немножко неправильно, сказала 14 рядов. Ну, вяжу видео ночью в основном, там уже заговорилась. Значит, провязали 24 ряда, отметили середину и вяжем 25 ряд. Тут здесь у нас столбики с накидом, еще две галочки. И вот галочки. Значит, сейчас подходим к нашему узору и будем вязать, начинать узор. Закончили вязание галочек, подходим к узору, воздушная петля. Дальше столбик с накидом в галочку. Две воздушные петли. И столбик с накидом в следующую галочку. Вот так. Воздушная петля. Две галочки. Раз. Два, воздушная петля, наша середина. В одну галочку опять провязываем столбик с накида, две воздушные петли, в следующую галочку. Столбик с накидом. Это наша середина. Воздушная петля. Две галочки. Раз. Два. Вот одна воздушная петля. И третий раз провязываем столбики с одним накидом. Раз столбик с накидом. Две воздушные петли. Два столбик с накидом. Воздушная петля. И повязываем наш узор, наши галочки. Вот, что у нас должно получиться в нашем ряду, в первом ряду узора. Второй ряд нашего узора. Связали галочки, дошли до узора. Одна воздушная петля. Столбик с накида предыдущего ряда. Столбик с накида. Теперь внимание, вяжем шишечку. Еще она называется попкорн. Крючком вывязываем под цепочку из двух воздушных петель 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три. 4, 5. Вот. Пятую петлю немножко вытягиваем. Дальше в первый столбик из 5
не в столбик с накидом, а в первый столбик из пяти. Заводим крючок, подхватываем нашу последнюю петлю и протягиваем ее через первую петлю, через первый столбик с накидом. Дальше столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Вот посмотрите, видите, такая шишечка у нас должна с вами получиться. Опять воздушная петля, две галочки, раз, два, воздушная петля, столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с накидом, вяжем попкорн под цепочку 5 столбиков с одним накидом, раз, два, три, четыре, 5. В первый столбик с накидом из 5 под него крючок заводим, подхватываем нашу петлю последнюю, последний столбик с накидом и вытягиваем. Вот еще одна шишечка. И завершаем столбик с накидом предыдущего ряда, провязываем столбик с накидом. Еще одна шишечка. Опять воздушная петля, галочка, вторая галочка, столбик, воздушная петля, столбик с накидом, пять столбиков с накидом по цепочку из двух воздушных петель, раз, два, три, четыре, пять. Заводим крючок под две ниточки первого столбика с накидом, протягиваем последнюю петлю через первую и завершаем столбиком с одним накидом. Воздушная петля и основной узор галочки. Вот видите, такие вот шишечки у нас должны получиться. Третий ряд вяжем как первый ряд узора. Итак, галочки, воздушная петля, столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с накидом, две воздушные петли, столбик, попкорн пропускаем, столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Опять одна воздушная петля, две галочки, раз, два, воздушная петля,
столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, попкорн пропускаем, столбик с накидом провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля, 2 галочки, 1 галочка, 2 галочка, 1 воздушная петля, столбик с накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петли, столбик с накидом предыдущего ряда, столбик с накидом, 1 воздушная петля, и перешли к основному узору, к нашим галочкам. Вяжем галочки. Итак, еще раз повторю, что 3-й ряд равен 1-му ряду. Мы должны провязать 1, 2. Сейчас переверну, подождите. Мы должны провязать 6 рядов. 1, 2, 3. 4-й ряд попкорн, 5-й. И 6-й ряд снова попкорн. 6 рядов. Провязали 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов. Вяжем 6-й с попкорнами. В этом ряду мы будем добавлять еще 2 полоски вот таких вот с двух сторон. Для этого отсчитываем 2 полоски галочек и 2 полоски для попкорна. Итого 4 галочки. Итак, основной узор заканчиваем воздушной петлей. В галочку провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Следующую галочку столбик с одним накидом. Вот это у нас будет новая полоса с попкорном. Дальше продолжаем также воздушная петля, галочка, вторая галочка. Воздушная петля, вяжем попкорн, столбик с одним накидом, 5 столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4. 5. В первый столбик из 5 протягиваем последний, провязываем столбик с одним накидом. Итак, мы провязали новый ряд, новую полосу для попкорна. 1, 2, 3, 3 ряда попкорна. И с левой стороны мы тоже добавляем 1 ряд. 1 воздушная петля, 2 галочки, 1 воздушная петля. Добавляем ряд. Опять в галочку провязываем столбик с одним накидом.
2 воздушные петли. И в следующую галочку провязываем второй столбик с одним накидом. Вот новый ряд для попкорна. 1 воздушная петля. Вяжем основной узор галочки. Вот наш 6-й ряд. Добавляем 2 ряда с двух сторон. Провязали 6 рядов, 7-й ряд. Вяжем основной узор, воздушная петля. И вновь образовавшийся ряд вяжем попкорн. То есть столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом предыдущего ряда. Под цепочку из 2 воздушных петель 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Крючок заводим под первый столбик с одним накидом из 5. Последнюю петлю протягиваем через первый столбик с одним накидом и заканчиваем столбиком с одним накидом столбик с одним накидом предыдущего ряда. Дальше 1 воздушная петля, 2 галочки. 1, 2, 1 воздушная петля. В попкорн столбик с одним накидом вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, попкорн шишку нашу пропускаем и в столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, галочка, галочка. 2 воздушные петля, попкорн провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, попкорн пропускаем, столбик с одним накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля. Галочка. 2 воздушные петля. Опять столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, галочка, 2 воздушные петля, столбик с одним накидом,
Вяжем попкорн под цепочку из двух воздушных петель. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три. Восьмой ряд. Провязали основным узором. Дальше воздушная петля. В попкорн провязываем столбик с накидом, провязываем столбик с накидом. Попкорн, над ним 2 воздушные петли. И столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля, галочка, галочка, воздушная петля, столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Дальше провязываем 2 столбика с одним накидом в 2 воздушные петли предыдущего ряда. Значит, вот в 1 воздушную петлю провязали столбик с одним накидом и во вторую воздушную петлю провязали столбик с одним накидом. Столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Значит, у нас должно получиться. Дальше 1 воздушная петля. Снова 2 галочки. Раз. Два. Одна воздушная петля. Опять провязываем 4 столбика с одним накидом. В первый столбик предыдущего ряда столбик с накидом. Дальше в первую воздушную петлю провязываем столбик с накидом. Во вторую воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. И в столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Вот. Опять 4 столбика с одним накидом. Дальше воздушная петля, столбик, галочка, галочка, воздушная петля. Опять провязываем 4 столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. И 4. Воздушная петля, 2 галочки,
попкорном. Один столбик с накидом. Две воздушные петли. Один столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. И основной узор галочки. Значит, что у нас в этом ряду получается? Клеточка, 2 галочки, 4 столбика с накидом, 2 галочки, 4 столбика с накидом, 2 галочки, 4 столбика с накидом, 2 галочки и клеточка. После провязывания 8 рядов мы начинаем вывязывание проймы. Для этого в 9 ряду с обоих сторон ряда мы будем убирать из работы 3 галочки. Итак, начало ряда. Соединительными петлями в каждую петлю мы провязываем вот соединительными петлями. В следующую петлю провязываем соединительную петлю. И так постепенно мы пройдем все 3 галочки. Раз. Два. Три. Раз. Два. Два. Три. Вот. Прошлись соединительными петлями по 3 галочкам. Раз, два, три. Дошли до 4. Столбик без накида. 3 воздушные петли подъема для перехода на следующий ряд. Раз, два, три. И вяжем основной узор галочки. Вот, провязали основной узор, дошли до середины, до среднего узора. В нашу клеточку мы провязываем попкорн, то есть один столбик с накидом, 5 столбиков с одним накидом по цепочку. Протягиваем из последней петли, из последнего столбика с накидом в первый, опять столбик с одним накидом, одна воздушная петля, 2 галочки, 2 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом.
предыдущие столбики, столбики предыдущего ряда. 2, 3, 4. Воздушная петля. 2 галочки. 5 воздушная петля, опять 4 столбика с одним накидом, столбики предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля, 2 галочки, 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. Одна воздушная петля, 2 галочки. 1 воздушная петля. Из последней клеточки мы вывязываем попкорн. Столбик с накидом. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Первые столбики с 5 заводим крючком и из последнего притягиваем петлю. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, и начинаем вязать основной узор галочки. Итак, смотрим. Попкорн, 2 галочки, 4 столбика с одним накидом, 2 галочки, 2 раз группа, 4 столбика с одним накидом, 2 галочки, 3 группа, 4 столбика с одним накидом, 2 галочки и попкорн. Вот. Дальше вяжем основным узором. Выводим из работы последние 3 галочки. 1, 2, 3. Мы их провязывать не будем. Довязали до них. Провязали последнюю галочку. Столбик с одним накидом. Все. Вторая пройма у нас начинает оформляться. 3 воздушные петли подъема для перехода на следующий ряд. Теперь в каждом ряду для вывязывания проймы мы будем выводить из работы по 1 галочке. 10 ряд мы будем выводить с обеих сторон ряда по 1 галочке до тех пор, пока на плече не останется ширина в 4 галочки.
Ну вот, пропускаем одну галочку, провязываем следующую. Вот так. Вяжем основной узор галочки. Дошли до узора, воздушная петля, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, галочка. Одна воздушная петля. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. Четыре столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Три столбика с одним накидом. Раз. Три. Три. Итого у нас должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 воздушные петли. Раз, два. И опять 10 столбиков с одним накидом. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Десять. Вот. Снова 2 воздушные петли. Раз, два. И опять 10 столбиков с одним накидом. Раз. Заканчиваем ряд. Пропускаем 1 галочку. Заводим крючок, я вам уже показывала, или под цепочку. Провязываем столбик с накидом конечный. И
первую воздушную петлю нашего столбика из трех воздушных петель. Вот. В первую воздушную петлю столбика из трех воздушных петель. И провязываем столбик с накидом. Вот мы закончили. Пропустили одну галочку. Дальше 3 воздушные петли подъема. Для перехода на следующий ряд разворачиваем работу. Опять пропускаем одну галочку. Вяжем галочку первую основного узора. Вот таким образом. Провязали основным узором. Заканчиваем одна воздушная петля. Провязываем попкорн. Дальше одна воздушная петля. Вяжем воздушную петлю нашей галочки столбик с одним накидом. Столбик с накидом галочки, столбик с одним накидом. Воздушную петлю, столбик с одним накидом, 4 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 4. Итого у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петли. 1, 2. Пропускаем 2 столбика с накидом. И вяжем 10 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. 4. Из воздушных петель провязываем 5, 6. Перешли к столбикам 7, 8. 9, 10. Опять 2 воздушные петли. 1, 2. Пропускаем 1, 2 столбика с одним накидом. Вяжем 10 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Из воздушных петель 5, 6. Семь, восемь, девять.
10, 2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика, вяжем 1, 2, 3, 4 из воздушной петли 5, из столбика с накидом галочки 6, из воздушной петли галочки 7. Сейчас подождите. 7. Вот симметрично. Начинали узор 7 столбиками. И заканчиваем. То есть 7, 2 воздушные петли, 10, 2 воздушные петли, 10, 2 воздушные петли, 7. Теперь 1 воздушная петля. Вяжем попкорн. Столбик с накидом. 5 воздушных. 5 столбиков с одним накидом. Столбик с накидом, воздушная петля и основной узор. Ну, на сегодня хватит. И так слишком длинное видео. Благодарю за внимание, за просмотр. Надеюсь, все понятно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам самого доброго. До свидания.